Привет, меня зовут Самар, а в этом видео будет много видов трасс, много автостопной романтики, новых городов, новых мест, новых людей. Здесь мы едем в город Алматы, внезапно в пути останавливаемся у заблудившего водителя, а также ходим по горам. Приготовьтесь к красивым видам, красивым горам и красивым нам на фоне гор. И тут автобан, видишь, вот уже строится, то есть вот тут навели, сейчас пойдет старая дорога. Вообще вот такой автобан будет до самой Алматы. Будет, то есть не сейчас еще. Ну, строят, уже от Борового протянули 200, тут 200, 400, тут еще 1000 километров. Будет? Конечно, будет. Дорога строится, вот они 200 километров строили 3 года. Ну, вот в том году уехали. Я говорю, 3 года строится обычно 200 километров. Тут, если под деньги, если было много денег, можно было там 100 подрядчиков взять и закончить это все за 3 года. Все. Сейчас мы в городе, названием которого очень часто отвечают на вопрос, ты где? Мы в Караганде. А по факту Караганда очень мало чем отличается от родного Донбасса, от кого-нибудь там Краснодар, Молодогвардейска. Памятник шахтерам, футбольная команда Шахтер, микрорайон Шахты и т.д. и т.п. Город шахтерского труда. Сегодня мы внезапно ночуем в городе Балхаш, мы не стоим на степных трассах, не мерзнем под казахскими ветрами. Прекрасный человек Наим пригласил нас в гости переночевать, и мы здесь обсуждаем шантарам, пьем чай и радуемся жизни. Пробегай. Сегодня утро начинается на берегу озера Балхаш. Ну, считается, как бы приравнивается к морю, ребята. По мировым стандартам. Она идет как бы, знаете, по всему отразу. Приравнивается к морю типа Каспия, да? Да, что-то такое. Ну, сейчас вода упала, китайцы как бы... Картина уже
полтысячи километров от Караганды и еще полтысячи километров до Алматы. А мы въехали в Жамбылскую область, двигаемся на юг. До Алматы осталось что-то порядка 200 километров, а здесь во всю цветут маки, пахнет полынью и просто обалденно красиво. Это называется кавырдак, и это мясо, мясо и еще раз мясо. Очень вкусно. Утро, конечно, доброе, но не 8 утра. Сегодня мы заперлись на Мендео. Еще не совсем заперлись, нам еще пройтись вон туда. Где-то километра полтора, или вот туда метров 500, я не знаю. Но здесь уже намного прохладнее, чем в Алмате. Легче дышится. Водопадики и выпускники. Очень много выпускников. Вон там они орут. А кругом горы. 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 Time Zip, Adventure Time. Google сказал, что здесь где-то в лесу на склоне горы есть подземная спрятанная церковь начала прошлого века и что к ней можно пройти по тропиночке. Вот мы сейчас пойдем по тропиночке, будем ее искать. Вот в этом лесу. Церковь мы так и не нашли, и вообще, оказывается, она развалилась лет 100 назад. Остались какие-то останки келей, то есть норы в горе, мы их искать не будем. Зато нашли офигенный вид на Алматы. Не зря мы взяли автобус и поднялись на Чимбулак, потому что пешком здесь действительно далеко, но это того стоит. Там какие-то турки веселятся. Чимбулак дождит. Прёмся выше, стоим на снегу. км до границы с Кыргызстаном. Я думаю, что если залезть на вон ту гору, будет видно Иссык-Куль. Никогда не думал, что буду это делать в конце мая в горах Казахстана. Но все-таки. А, холодно. Все, хватит. Be careful here, this is very muddy. One right there, just straight back between the clouds is a glacier that stays there year round. And my grandmother lives on the top of that. Well, that might be stretching. She's dead though. He died climbing that, right?
Судя по всему, здесь совсем недавно сошла лавина. Вот еще разбитое заграждение. Поваленные деревья. Поэтому будем говорить потише, а то мало ли. Только что мимо промчалось стадо коней. Просто коней без бруи поскакали дальше. Я не знаю, даже за бордюрчик отошел, а то мало ли собьют. Ну и горы, да, как можно не поснимать горы. На сегодня все. А в следующем видео будут еще более крутые природные виды, потому что это будет Черноморский каньон. Подписывайтесь на канал, поддерживайте лайком, репостом. Увидимся. Все, хватит меня снимать.